Социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет получат не все жители республики. Сергей Меликов раскритиковал представителей Минтруда Дагестана за задержку начислений. На совещании у руководителя региона первый замминистра Ибрагим Зайналаев объяснил это недостатком средств. На эти цели не хватает порядка 600 миллионов рублей. Меликов напомнил, что этот вопрос поднимался уже не раз в течение года, и министерству стоит отчитываться не за то, какую сумму она освоила, а о том, в полном ли объеме семьи охвачены выплатами. Глава Дагестана также отметил, что уже поздно обращаться в федеральный центр за дополнительным финансированием.